Нет. Все, дальше только на весла. Давай. Зачем против течения-то гребешь? Нам как раз туда надо. И подруливай просто. Даже если мы во что врежемся, ничего страшного не случится. Вывод, выть повода никакого нет. Если что. Где? Хорош. Ну вот, собственно, выход сейчас будет в Волжку. Метров через 50-100 можно будет опять на моторе идти. Ну, видишь, какие кустики, а? Мы в них опять в тележимся. У меня левая рука вообще не работает. Да не трогай ты весла, Ир.
Да. То место, откуда моторка на нас выскакивала вверх. И вот сюда мы прямо уходили. А теперь здесь лес. А это вот сейчас на излучину она пошла.
так быстро ехал, ничего невозможно рассмотреть. И вот это мигать будет красная штука. Выехать в Енотаев. Ноги какие-то. Мы выходили слева, вон за теми деревьями, по лесу бегачи. Вот там. Помнишь? Выходили мы вот где вот те деревни, нет, вот там. Нет. Вот так мы выходили. Вот, из леса. У меня руки отвалились, давай, все. Ну что, вот осталось чуть-чуть. Вот сейчас те деревья снимешь, с которых мы выходили. Тут все равно мель. Идти быстро невозможно.
вот отсюда мы выходили. Вот, вот это сними, не задержись на этом камере. На этом месте. Вот, видишь, вот эти деревья. Ага. Из них мы вылетали вон сюда, ага. Воде было. Вот отсюда мы на лодке выходили. Было дело. Да. Вот те деревья, ты даже можно вспомнить, они еще целые, сквозь которые проходили вот так вот. Ну все, я думаю, можно включать. Батарея разряжается, еще что-то надо будет снять?